находится? Первый стол, который я покажу, он находится ближе всего к сцене, возле столба. Здесь бесплатные льготные путевки. Пансионат «Радуга» здесь проконсультирует и расскажет, как туда можно отправить ребенка на 1,5 года абсолютно бесплатно. Причем за это заплатит именно государство. Кстати, также за этим столом всем, кто хочет сегодня с этого мероприятия уйти с подарками, я вот вожу здесь крутой такой парень в синем пиджаке, здесь заполняется анкета, и ближе к 6 часам у нас будет просто огромнейший розыгрыш различных подарков от наших партнеров. Сразу скажу, что подарков, поскольку у нас порядка 200, да, вот, ну, очень много. Поэтому без подарков, ну, это прям надо будет постараться, чтобы уйти именно без подарков. А двигаемся далее. Так, у нас стол, где цветные ёжики находятся. Ирица, здесь много чего творчества делают. Дети, лекция почерка, коллекция почерка за 12 дней. Слушайте, ну, знаю, кто как пишут дети, я просто под своим двум сыновьям. Слушайте, это прям потрясающая разница. Это за 12 дней вот так вот можно? Друзья, если кто-то хочет посмотреть, понять, как можно за 12 дней просто кардинально образом изменить почерк, подходите сюда, Ирица, здесь все показано, рассказывает. Двигаемся далее. Стол «Центр развития мозга». Здесь, конечно, потрясающие технологии нейробоса, которые позволяют считывать нейронные процессы мозга, но не просто считывать, анализировать. Но и здесь вы можете узнать, как сила мысли может заставить робота-паука самого по себе двигаться. Я это видел собственными глазами недели две назад, друзья, это потрясающе. Ну, правда. Ну, очень легко, сразу предупреждаю. Так, поехали, двигаемся дальше. Академия Фогила. Здесь ребята, девчонки, мальчишки могут узнать, как же с помощью несложных технологий, несложных технологий освоить язык программирования. Потому что ребята здесь реально создают анимированных героев. Они создают свои собственные игры, прописывают сюжетную линию. Что еще могут делать? Сайт могут делать. Здесь, кстати, бизнесмены, если есть бизнесмены, здесь ребята, три мальчишки возраста, не знаю, лет 5-7, они вам смогут за полчаса сделать бесплатно сайт, продающий сайт ваших услуг, бесплатно. Причем это первые полчаса, а вторые полчаса они сайт выведут в топ-поисковика Яндекс, Google и Line. Понимаете, это прям потрясающая работа. Ведь после детей он не такой зашоренный, как у взрослых. Здесь видно, люди начали подходить и говорят, ребята, мы занимаемся продажей. Двигаемся далее. Англомир. Англомир. Что вы сегодня с ребятами будете делать? Ну, давайте, вкратце. Отлично, Англомир. Говорит о том, что у них летний лагерь будет больше находиться. Есть детали не просто с увлечения, а с пользой. И также Англомир утверждает, что буквально за 5 минут ваш ребенок выучит 30 англоязычных слов. Те, которые будут у него просто пожизненно незабываемы. Вот это такая информация. У меня хотя бы по глазам Англомир вижу, что они могут сказать, что это за 10 минут, это не 30 слов, а 53 технологии потрясающие. Двигаемся далее. Следующий мастер-класс. Да, вот это была потрясающая штука, друзья. И самое странное и удивительное, что здесь никого нет. Здесь, вот, хочу вам показать. Я как Санкт-Петербург ориентируюсь, да, бабушек на диван. Здесь могут вас научить, как стать, вернее, ваших детей, как стать видеоблогером.
Москве, цвет чистый, полгода. Через месяц ваш ребенок на своем видеоблоге сможет зарабатывать больше, чем вы. Да? Да? Еще главный приз 10 тысяч. А за что даете? За лучший видеоролик сегодня. Пиццерия «Радуга», да? Здесь у нас на фудкорте. И потрясающая новость, да. И вообще подход к работе. А как мы узнаем, что мы к вам попали? Да, то есть... В акварели. А здесь можно уже забронировать прямо здесь сейчас? Сколько стоит? Всего. А здесь у вас здесь 99 рублей. Ну хорошо, спасибо. Вы будете такие глубокие познания. Слушайте, точно, а я-то не увидел. Большая вывеска, 99 рублей. Клиника «Мать и дитя ИДК». Опять совсем скоро, буквально через несколько минут, будет интерактивная зарядка вместе с интракошей, соответственно, всеми детьми. Дальше.